Русскую церковь сердечно приветствовали главы и представители братских православных церквей, почетные гости юбилейного празднования. Митрополит Халкидонский Мелитон зачитал поздравительное послание святейшего патриарха Константинопольского Димитрия I. Митрополит Карфагенский Парфений, Александрийская церковь, говорил, что ни время, ни расстояние не разрушают молитвенной связи между предстоятелями православных церквей. Митрополит Триполийский Илия Антиохийская церковь напомнил об исторических связях русской церкви с православным Востоком. Благословение Святой Земли передал русской церкви митрополит Петрский Герман, Иерусалимская церковь. Святейший католикос, патриарх Илья II, предстоятель грузинской церкви, высоко оценил деятельность первоиерархов русской церкви. Митрополит Приморско-Черногорский Даниил сказал, что делегация сербской церкви привезла не только поздравления, но и искреннюю любовь к церкви русской. Митрополит Молдовы и Сучавы, феоктист румынской церкви, подчеркнул значение совместного миротворческого служения. Святейший патриарх Максим говорил о вековой дружбе церквей-сестер, о подвиге за 100 лет, дважды совершенном русскими воинами-освободителями на болгарской земле. Блаженнейший архиепископ Хризостом выразил глубокую признательность русской церкви за ее нравственную поддержку и сострадание к киприотам. Митрополит Киторский Варнава, Элладская церковь, пожелал русской церкви дальнейшего процветания на благо всех поместных православных церквей. Митрополит Варшавский Василий напомнил, что православное единение скреплено славянской кровью, пролитой во Второй мировой войне. Как драгоценный символ братской памяти, он привез в дар русским братьям польскую землю, собранную на местах боев. Епископ Хартфордский Димитрий, православная церковь в Америке, благодарил русскую церковь за ее веру в духовную зрелость американской церкви. Представители инославия высоко оценили деятельность русской православной церкви в кругу всей христианской экумены. Святейший патриарх-католикос всех армян Вазген I пожелал, чтобы вечно лучезарной оставалась русская православная церковь и непоколебимым ее святой патриарший престол. Святейший патриарх эфиопский Текли Хайманат говорил о давних контактах русской и эфиопской церкви, укрепленных дружественными отношениями народов Эфиопии и советской страны. Епископ Торелья передал поздравительное послание святейшего папы Павла VI, главы Римско-католической церкви. Митрополит Анкималийский Мар Теофилос Филиппос говорил о дружественных связях Сирийской ортодоксальной церкви Индии и Русской церкви. Русскую церковь тепло приветствовал Джеральд Эллисон, лорд-епископ лондонский, от имени архиепископа Кентерберийского Дональда Когана, предстоятеля церкви Англии. От духовного управления мусульман Средней Азии и Казахстана святейшего патриарха поздравил муфтий Бабаханов. Глубокую благодарность Русской Православной Церкви за ее вклад в работу Всемирного Совета Церквей выразил доктор Алан Браш. Выступает епископ доктор Кароли Тот, генеральный секретарь Христианской мирной конференции. Во многих выступлениях сквозь радость приветствий звучала тревога и боль из-за отсутствия мира и благополучия в разных районах земного шара. В этих условиях особенно повышается ответственность всех религий за судьбы мира и людей. Православие всегда несло в мир свет Христова учения, высокие идеалы добра и справедливости. Когда вступаешь в лавру, носящую имя преподобного Сергия Радонежского, думаешь о том, что великий русский подвижник остался для верующих тем же, кем был для них при жизни 600 лет назад. Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки века.
И сегодня, в день празднования памяти преподобного Сергия, верующие пришли получить благословение великого игумена земли русской. Сторона духовной жизни открылась гостям юбилейных торжеств на концерте духовной музыки. Поет хор монахов Троицы Сергиевой Лавры и учащихся московских духовных школ. Церковной музыкальной культуры в наше время становится общенациональным достоянием. Выступает Государственная академическая хоровая капелла имени Юрлова. Торжества продолжались 4 дня и завершились божественной литургией в Патриаршем Богоявленском соборе, на которой присутствовали все участники и гости торжеств. Литургию совершал святейший патриарх Московский и всея Руси Пимен в сослужении всех членов Священного Синода Русской Православной Церкви. В окончании литургии святейший патриарх Пимен, обращаясь ко всем собравшимся, сказал: «Радость нашего церковного празднования разделяет с нами и благочестивый народ церковный. Я поздравляю вас, дорогие братья и сестры, с ныне празднуемым событием в жизни Святой Церкви, к которому мы благоуспешно подошли всей полнотой церковной». Светильник XI века, как символ горения веры в сердцах и душах верующих, преподнес святейшему патриарху Пимену митрополит Мелитон от имени Константинопольского патриарха. На 61-м году своего обновленного существования Русская Православная Церковь засвидетельствовала перед всем верующим миром, что она свято хранит чистоту веры, апостольское и святоотеческое предание и церковные традиции, надежный источник ее будущего.